За долгие годы, десятилетия, в нашем городе сложилась хорошая, скажу, неплохая школа преподавания классической гитары. Это детские школы искусств, это музыкальный колледж. В детских школах обучаются сотни детей. Но мы знаем, и прошедшие годы показали, что есть немало поклонников, которые хотели бы учиться более разносторонне, осваивать гитару и в эстрадно-джазовом направлении. И немало поклонников, которые любят электрогитару. И то, что вот сегодня у нас в городе появился гитар-колледж, это, наверное, не случайно. Вот те предпосылки, те поиски многих лет и многих людей, я рад, что они наконец-то превратились в систему. Систему, которая позволит многим, десяткам и сотням молодым парням, девчонкам приобщиться к электрогитаре и поможет в городе развить новый пласт овладения этим инструментом.